фондах музея-заповедника «Родина Ленина» хранятся сувениры с символикой всемирных фестивалей молодежи и студентов. Так, талисманом 12-го фестиваля, который проходил с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве, была девочка Катюша в кокошнике-ромашке. В СССР с этим талисманом фестиваля было выпущено несколько тысяч фарфоровых фигурок. Основной идеей всех фестивалей были мир и дружба между народами, поэтому первым важным символом стал голубь мира, нарисованный Пабло Пикассо в 1949 году. В СССР гостей из разных стран принимали в 1957 году на 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. К этому мероприятию появился еще один символ – ромашка с разноцветными лепестками, обрамляющая земной шар. К фестивалю 1985 года эмблему ромашки дополнили изображением голубя. Фарфоровые статуэтки, шкатулки, парфюмерный набор фабрики «Новая заря», упаковки от кондитерских изделий, платки, посуда с изображением достопримечательности Москвы – все это было выпущено к фестивалям 1957 и 1985 годов.